10 лет спустя. Банды под осадой. Yeah. Началось пару недель назад. Кто-то нападает на банды и уничтожает некоторые. Я бы описал это как рычание мертвецов. Булок! Это слухи, ничего такого. Освальд Кавабба выходит завтра на свободу. По одной из теорий нагнетает страх из низов города. И ты решил в этот момент поставить свой пост? Я сообщил об этом месяц назад. Дело не в этом. Дела в городе нестабильны. Был уже взлом в государственное хранилище, и вы не раскрыли дело. Федералы не дали нам ходу. Я не принимаю извинений. Слушай, ты нужен этому городу. Не сейчас. Из-за башни Уэйна. Брюс Уэйн возвращается домой после 10 лет на открытие. Башня Уэйна олицетворяет надежду для Готэма. Так что да. Ты мне нужен. Мэр Джейм. Я говорил вам, я буду служить вам до строительства башни Уэйна. А потом уйду. Извините, у меня впереди благотворительная встреча. Хорошего дня, господа. Джим. 10 долгих лет, Харв. Пришло время дать другому шанс. И ты не подождешь, пока не вернется Брюс. Это совпадение. Мне нужно к Барбаре. Да? К королеве Готэма. Скажи мне, почему ты не купил дешевые земли после объединения? Стал бы магнатом. Поцелуй малышку от дяди Харви.